Привет, друзья! Публикуем кадры доставки на квадроцикле российских военнослужащих на передовую. Эвакуационную группу медицинской роты 106-й дивизии ВДВ атакует украинский FPV-дрон, но, видимо, из-за воздействия РЭП он сильно промахивается. Также видны удары украинской артиллерии. Место съемки и модель квадроцикла не сообщаются. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.